Позвонил, он мне говорит, вот через месяц я скажу. Дадут ребята, ну, другой человек, тоже из этой родины. Вот. Я скажу, есть деньги еще для ребят или нет? Ну ладно. Так нет. Ну, это по наслушке. Звонит этому Лыгину. Ну, а Лыгина не знакомы. Звонит Лыгину, то звонит Ярошенко, то говорит, ну, сказал, что он первый взнос дал мне, все. У меня не было ни визы, ни взноса, ни плата. Поэтому, естественно, вот я могу уже так сейчас, у меня уже денег мало. Поэтому вот, на 3 месяца так получится, говорит. Все, говорит, закрыто. Они посчитали, что я их все, вот сразу раз и разговаривал с вами, я хотел выяснить. Как с ним? Он выбрал меня, а я что, виноват? Не виноват. Дело в том, я потом принял деньги.